7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен .ru и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Сейчас в нашей стране доступ в интернет имеет практически каждый гражданин. Более того, интернет является частью образовательного процесса российских школьников и студентов. В Ишиме уже не первый год. В помощь гражданам, желающим овладеть умением работать в мировой паутине, открыта электронная библиотека. По данным специалистов, за прошлый год ее посетили порядка 7 тысяч горожан. Приходят студенты, занимаются образовательные, у нас здесь, значит, сайты есть, доклады, рефераты берут. Есть также платный отдел, это вот у нас. Здесь работает программа «Консультант Плюс». Она обновляется еженедельно, новая программа. Тоже люди разного возраста ходят, и студенты, и взрослые. Помимо этого, ишимцы в библиотеке активно общаются со своими родственниками или друзьями, проживающими в других городах и странах, посредством популярного скайпа. У нас с разными городами разговаривают, с разными республиками. Вот одно время женщина приходила с Индии, разговаривала. Ну а в основном военнослужащие, взрослые, они с разными городами разговаривают. Разумеется, развитие ишимского интернета не ограничивается одной библиотекой. Доступ в интернет есть практически в каждом образовательном учреждении города и у большинства семей. А для многих из горожан Рунет не просто средство связи с близкими людьми. Ну, если коротко, то интернет – это огромный параллельный мир, в котором каждый человек может найти для себя все, что угодно. А для творческих людей это шикарная возможность в кратчайшие сроки ознакомить со своими художествами очень большое количество людей, чем я и занимаюсь. Спасибо. Кстати, один из самых популярных местных сайтов – вышими.ру – за сутки посещают около 10 тысяч пользователей. Это говорит о том, что в жизни ишимцев Рунет имеет большое значение. Так, в одном из опросов большая часть гостей сайта указали, что свежие новости из жизни города они получают благодаря интернету. Всех ишимских пользователей поздравляем с днем рождения Рунета, желаем извлекать из всемирной паутины больше позитивной и полезной информации.